день, дорогие друзья! С вами Таллинский огородник и я Елена. Меня спросили, как я восстанавливаю и наращиваю корешки своим орхидейкам. Есть два варианта. Тепличка, вот такая вот бутылка, и горшок. И мне стало самое интересное, действительно, где же быстрее нарастить тургор, восстановить и нарастить корешки. В принципе, у этой орхидейки здесь корешки есть сверху, вот такие вот, вот они. А здесь слабый тургор, но там есть по два корешка. Вот один корешок, это орхидейка большая такая, реанимашка, уценка. Здесь тоже уценка, но вот почему-то они вот решили мне отсушить все корни разом. Ну, здесь давайте помажем. Напудрим нашу красавицу корневином. Тоже хочу узнать, корневин хорошо это или плохо. Эксперимент вот такой вот. Если у меня есть такие вот три реанимашки, уценки. Ну и посмотрим, где же у нас быстрее восстановятся и нарастятся корешки. Здесь, конечно, побольше корешков, чем в тепличке. В тепличке там вообще один только вот начал выходить корешок. У одной и у второй орхидейки. Там я все зачистила. К сожалению, видео у меня не сохранилось. Я его вчера чистила и ставила вот эту тепличку. Но сегодня вот решила продолжить. Вспомнила, что у меня еще есть одна орхидейка, которая потеряла тургор. Вот видите, какушки спаниели. И вот здесь вот тоже вот эта вот тепличка. Просто обыкновенная 5-литровая бутылка. И вот такая. Вчера поставила вот 6.03 в 10.08. И вот эту вот я припудрила. Теперь еще немножечко припудрим. И теперь будем наблюдать, какая же первая орхидейка поставит тургор в хорошее свое состояние, да, и какая же первая будет наращивать корешки. Вот эту я поставлю вот сюда вот, чтобы ей было полегче, держатели вот, чтобы были у нее. Сюда я буду подкладывать ватки мокрые, чтобы была какая-то влажность и быстрее восстановила тургор. В этой тепличке я больше ничего делать не буду. Единственное, что я поставлю ее на подоконник, где пригревает с утра солнышко. И она будет вот так вот у меня стоять на подоконнике. Здесь уже, видите, баня уже есть, потому что она со вчерашнего дня стоит. Как же у меня устроена эта тепличка? На дне у меня здесь мох влажный. Плюс у меня еще здесь лежит пенопласт большой, чтобы была опора. И все. И здесь вот крышечка открыта для того, чтобы был какой-то поступал воздух вовнутрь. Все. Больше здесь ничего делать и трогать не буду. Буду наблюдать за этим. И где быстрее у нас восстановится тургор и нарастятся корешки. Конечно, в этой здесь больше корешков. Я поэтому ее и оставила в этом горшке. Вот единственное, что только вот мы припудрили. Ну и дальше остается нам только наблюдать, какой будет эффект от одного способа и от второго. Где быстрее восстановятся и нарастятся эти корешки. Но здесь вообще корешков, конечно, нету. И убедительная просьба не повторять пока за мной вот эту тепличку. Давайте дождемся моих результатов, что у меня получится. И тогда, если вам это понравится и подойдет, вы будете его использовать. Пожалуйста, дождемся моих результатов. Всем пока-пока!